Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Tavern Master. Мы с вами остановились на том, что у нас, собственно, расширилась наша таверна, в которой мы теперь принимаем разного рода гостей и имеем почему-то минус на баланс. Ну ладно, не суть. Главное, что у нас есть теперь разновидность напитков, а именно водичка, пивашка, лимонадик. Мы немножечко увеличили наше меню за счет появления, собственно, гриля. Ну и есть у нас ряд официантов, которые, я надеюсь, будут теперь справляться со всем объемом работы. Так, а этот товарищ, чтоб не уволился, мы ему слегка поднимем зарплатку. Надеюсь, мы это вывезем финансово. Так, по задачам у нас что? Точно, я совсем забыл. Но нам сейчас надо нааккумулировать средств. Сколько тут стол стоит? Стол авантюристов нам нужен, это косарь. И подиум для музыкантов это 120. Чё-то дороговато, не? Чё-то дороговато, с учетом того, что у нас прошлый день был закрыт в плюс 13 с учетом закупок. Но не похоже на то, что мы осилим. Но мы хотя бы попробуем. Так, и по ивентам мы можем запустить ивент для красных. А что нам говорят исследования? Исследования говорят, что нам как раз на вино нужно еще 10 красных. А почему я сейчас ивент не запустил? Одному богу известно. Что я могу сказать? Ждем тогда завершения этого дня. Какие-то денежки с этого получим. Пройдем через ивент, и тогда будет вообще, наверное, песня. Так, повар у нас апается. Он у нас профессионал по десертам. Мы можем увеличить его скорость, либо скорость, больше ничего пока что. Потом мы можем сделать, чтобы он еще основные блюда делал. Но нам проще, кстати, нанять человечка для основных блюд. Так, получает 2 бонуса за каждое поданное главное блюдо, то есть основное. Он скоростной. У него уже 4 поинта в основные блюда вкинуто. Мне кажется, то, что надо. Правда, я не выставляю приоритеты, поэтому я не знаю. Ну ладно, давай. Приходи, дружочек. У нас, по-моему, за одним столом 3 повара может работать, так что... Проблем, я думаю, испытывать не будем. Не успевают официантки, не успевают. Потому что надо и блюдо таскать, и этот. А у нас по прокачке там ничего не было, кстати. Что у нас апнулось? Яблочный пирог. По прокачке. Так, подиум для музыканта, это мы возьмем. Фруктовую тарелку 8 раз. Только основные блюда целый день. Это плохая идея. Это выглядит как плохая идея. Ох, не вывозят они со всей алкашкой, которую заказывают. Ой, не вывозят. Я думаю, мы даже увидим немножко негативную статистику в конце дня. Не хотелось бы, конечно, но... Это не так работает. Не так, чтобы нам что-то захотелось, и мы что-то получили. Не-не-не-не-не. Так, тут заказов нет. Такое чувство, как будто у них приоритет на уборку стоит, что? У вас приоритет на напитки, какого хера вы убираете? Или там настолько засрано, что некуда ставить напитки? Не исключено, кстати, потому что вон, люди уже давно ушли, а срач там остался. Но самое грустное даже не в этом. Самое грустное то, что мы не можем еще одну официантку нанять. Сейчас, где у нас? Вот, неограниченные официантки. 30 красных, это нам через Эль надо пройти. Без Эля никак. Понял. Так, закрыли день, зарплата 117. Ну, мы вроде бы плюс в косарь. Но буквально дайте мне секунду. Открываем здесь, пополняем минус сотка. Открываем здесь, пополняем минус 200. Уже как бы не так радужно, да? Но меня интересовало нет, а меня интересовало недовольных. Ух, недовольных нет. Все супер. Все супер, назначаем на завтра тогда движняк. Небольшой движнячок, вечериночка для местных. Места у нас точно под них есть. Единственное, что мы можем перестройку сделать. Сейчас еще раз, сколько у нас... Вот, так у нас дофига блоков сюда. Биби-боб. Но нам точно нужно сделать одну вещь. Сколько у нас денег? 780, там 120 стоит. Давайте на 2 блока. 100, 200, 300, 400, 500. Должно хватить. Кухню нам пока расширять не зачем, тем более мы сейчас удалим старые стенки. Бляха, там же факела. Подождите. Надо сначала перенести, а то они, скорее всего, сломаются.
и будет срака. А у нас сейчас с освещением еще будет срака. Я вот что понял. Ну тогда это придется в любом случае продать. Сколько вы на продажу? Сколько? Оно мне цифру вверх ногами показало, алло. 70 я получаю. Окей, сейчас перестанем. Все будет. Это мы забираем стенку. Давайте отсюда. Получили еще немножко денежек. Наш таинственно спрятанный декор. Верните мне еще, пожалуйста, пол. Давайте вообще пол здесь поменяем. Дерево это, конечно, мило. Давайте сделаем вот такую аккуратную плиточку красивую. Это все-таки первый этаж. Он должен быть таким прям мощным. Так, разобрались. Давайте смотреть. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Для нас важной целью, очень важной целью является, чтобы... Ах ты ж, бляха, оно все то не влезет. Важной целью является, чтобы у нас как можно ближе к бару находились столы. Правильно? Правильно. Поэтому что мы делаем? Там два не влезут точно. Вот так вот. Или влезут? Лол, походу влезут. Идеально. В этой части мы начнем выставлять пока что актеров. Авантюристов, танцоров в будущем. Но пока что... Пока что мы сделаем так, чтобы у нас максимальный быстрый доступ был. Потому что, как показала практика, у нас с этим проблема. Так, не уверен, что нам хватит сейчас на стол. Так, освещенница, давайте переиначим. Если сюда... То так, если сюда, то так. Давай перекроем здесь все. А сюда я поставлю какой-то светильник. Стоячий есть. Подсвечник за сотку есть. Это наш выбор. Только надо декор теперь перемещать куда-то. Ну давайте светильник пока сюда. Так, ты перестань. Так, эта зона у нас освещена. Здесь мы сможем продлить. Да? Да. Сколько занимает место сам подиум? Подиум идеально занимает место, чтобы мы могли... Но опять же, нам невыгодно ставить сюда его ближе, нам выгоднее ставить его ближе сюда, чтобы здесь выставить столы, и мы могли с ними работать. Поэтому подиум мы переносим аж в самый конец. В темноте будут выступать наши актеры. Но я думаю, они не сильно на меня обидятся. Так, ставим сюда раз, ставим сюда два. Как будто бы мы так и планировали. Так, красота. И, собственно, у нас не хватает денег больше ни на что. Я думаю, что можем запускать движ. Приходите, ребятки, тусите, развлекайтесь. Пока что простенько, но что есть, то есть. Нам всего лишь семерых надо быстренько провернуть. Так, 200-ку мы получили. Свой заслуженный бонус. Да, я думаю, что это должно положительно сказаться на доставке. Да ты задолбал. Тебя скоро ловила, братишка, подожди чуть-чуть. Давай я тебе вот так подниму на 2 копеечки. Потерпи. Чуть-чуть потерпи, еще чуть-чуть. И ты будешь топовым барменом. Так, все довольны, сербуют свою воду. Никаких претензий нема. Красавчик. Так, что мы имеем? Скорость при переносе, без нагрузки. Скорость разлива напитка. Давайте скорость разлива забустим по полной, чтобы он просто бэп и заполнял. Бэп. Он уже, кстати, неплохо по скорости заполняет. Но хотелось бы еще быстрее. Так, кто еще? Еще одна официантка. Это у нас которая приобретает опыт в 2 раза быстрее. Давай мы тебя выжмем по скорости передвижения. У нас официанты должны быть вообще супер электровениками. То есть они на максимальных скоростях должны бегать туда-сюда. Не имеет значения, сколько они будут носить. Очень важно, с какой скоростью они это будут делать. Вот эта мадам у нас очень медленная. 2,5 всего лишь. При том, что без нагрузки у нее 3,5. Но зато она носит дофигищи. Окей, пусть бегает. Пусть бегает. Тыц, тыц, всем по лимонаду. Хрена тут стол насёргивает. Меня больше удивляет, что у нас нет туалета. Они его-то и не требуют. Вот это больше всего странно. Так, музыканты. Группа из одного участника. Гости ждут на 10 секунд больше. 50 в день и плюс количество гостей. О. А давайте тогда самого крутого возьмем. 15 песен.
Плюс 35 гостей, гостей на 40 секунд больше. На этом этаже, кстати. Давайте возьмем топовых. Возможно, мы за сегодня еще и насобираем на стол авантюристов, но я пока что не был бы так уверен. Так, все выпивошкаем, все нормально. Кстати, они вообще ничего не едят. Ну, нам это и на руку, так-то, вообще-то. Потому что они ничего не едят. Ей, винишко открыто. Так, сразу переключаем на Эль. Ой, а сколько винишко стоит, кстати? Винная бочка стоит 400. Не будет у нас пока стола авантюристов. Но зато винишком мы точно привлечем, ну, чуть-чуть большее количество людей, скорее всего. Все, мы уже убираем, давайте уходить. Уходите, нам нужно обычный день запустить. Так, музыкантов мы купили. Фруктовые пироги еще не сделаны. О, бонус. Фруктовые пироги еще не сделаны. Все. Лол, они уходят на час раньше. Ничего себе. Ну окей. Пипиркова. Красота, только немножко окон не хватает, по-моему. Так, мы, по идее, в неплохом плюсе, да. Но мы затарились. Не кисло. Давайте вызываем обычных людей. Музыканты прошли. Свои бабки отжали. 160 человек теперь за день через нас может пройти. Это ли не песня? Сейчас у нас будет гипернагрузка, скорее всего. Что мы аж по швам рэпнем. Так, блюда забирайте, блюда забирайте. Повара вроде пока справляются. Нам надо 70 человек прогнать. Фруктовую тарелку апаем. Ты чё, охренел, чувак? Ну мы еще не столько зарабатываем, чтобы тебе так зарплату часто поднимать. Ты как бы, это, совесть-то тоже имей. Так, тут еще не обновилось. Приобрести 6 декораций. Так, сейчас еще раз глянем. 6 декораций даст мне 3. 3 мне не даст картину, поэтому пусть гуляет. Так, ребятки, заходите, места еще есть, места есть, присаживайтесь, присаживайтесь. Бухлишка опять весь стол забит. Давайте, 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 опять орет там. Заказ, мне нравится, что она подходит, орет заказ, и он орет, когда его делает. Забирай! Людмила, забирай! Нормально, жить будем. Так, бабосик пошел, бабосик пошел. Так, еще один яблочный пирожок забрали, этот забрали. Наконец-то алкашку забрали. Вот винишко разливают. Красота. Только не успевают забирать, все равно. Сколько нам еще осталось? Ну сейчас Эль прогнать. Бляха, неограниченный официант, где-то будет очень больно. Ну ладно, ладно. Это минимум 2 события. У нас рандомно часто приходят обычные челики. Красные, точнее. 3 пришло. 0. 0, 0, 0. Какой у нас шанс, что они придут? У нас 1% шанс. То есть на 100 человек приходит один красный. Ну такое. Честно вам скажу. А почему эти блюда серые? Понял. Я дебич. Так, у нас 182 гостя может быть. Официантки не вывозят. Вообще не вывозят. У нас бармен оказался гораздо лучше электровеником, чем официантки. Гораздо лучше. Так, все, вроде бы в этот раз успели. Яблочный пирог есть, собрали, хорошо. 1400 уже, слушайте. Это выглядит очень хорошо. Так, мадам, я надеюсь, вы не против. Вы и так электровеник. Давайте на количество все-таки немножечко надавим. Так, музыканты ушли. Все, вы пивохи, валите. Или не все что-то ждут? Что-то ждут, видимо. Так, 960 у нас чистыми, но это мы не пополняли сейчас. Сейчас мы пополнимся, и там будет 116 и ящичек сотка. Ну, кстати, на стол авантюриста нам все равно хватает. Так, исследование мы Элли завершим. Блях, это же его тоже надо будет брать теперь. Раз у нас сейчас день будет все равно с обычными людьми. Цена напитка. Стоп, мы сможем менять цены напитка. Давайте. Я заинтересован. Сколько стоит Эль? А куда сюда? А, вот еще есть место. Эль стоит 500. Пока авантюристы подождут. Пополняем еще за 300.
А количество, кстати, входящих не увеличилось. Почему? Эль же дает разнообразие, нет? Ну ладно. Не, может там чуть-чуть дало. Но просто больше 180 не стало. Так, добро пожаловать, алкаши бухари. Можем сразу же ивент запустить на следующий. Мы закроем сейчас исследование, запускаем следующий. Да что ж ты такой грустный? Ушел соплю грустную какую-то. Так, 6 напитков, скорость у тебя отличная. Скорость при переносе, мне кажется, ему вообще не важна, типа. Ну, то есть, он настолько быстро... У него расстояние, которое ему нужно преодолеть, оно очень маленькое. То есть, зачем мучиться? Давайте ему еще поднимем. Мне кажется, что он чувствует себя просто как черт, который должен пахать как бешеный, но он просто, видимо, не вникает в работу официанток. Что не исключено. Так, достигни 2 звезд у любого блюда. Без Б. Декорации 6 штук, то есть еще 2 штуки. У нас есть какие-то дешевые декорации? Так, это мы уже поставили, это поставили. Вот такие 2 финтифлюхи можем поставить. До 194 подняли. Найс. Ну и получили еще бонус. Так, троечка есть. Блюда дождемся. Надо будет один день реально только основные блюда подавать. А, кстати, следующий день, когда ивент будет, будем подавать только основные, они все равно ничего не едят. Они только пьют. Я думаю, все будет шоколаден. Что-то мне подсказывает. Так, сделал хлебушек. Сделал вкусняшки 2. Еще хлебушек. Хера там жрут. Бон аппетит. Это наши бабки, если что. Это наш бабосик. Опять выпивку никто не относит. Есть, понеслась. Нам очень быстро надо выйти в максимальных официанток. Иначе будет жопка. Так, есть. Открыли цены напитков. Сейчас мы проверим, как они работают. И открываем официанток. К чему это приведет? Это приведет к тому, что мы один ивент переживем, потом нам надо будет еще где-то 10 официанток забрать. Окей. Так, пополняем здесь. Что-то я хотел здесь, стоп. А, вот. Изменить цены. Так, гостей в день 193. Мы можем... Уменьшить мы, наверное, не можем. Увеличить цены. И у нас становится меньше гостей. Вот оно что. Ну, давайте так конкретно поднимем. У нас еще будет медовуха, молоко, сидр. Конкретно так поднимем, снизим количество людей. Но они будут пить более дорогую выпивку. Соответственно, скорее всего, мы будем в большем плюсе. Ну, мне так кажется. Потому что у нас непропорционально идет уменьшение количества людей. То есть, грубо говоря... Цена на ту же воду выросла в 2,5 раза, а по людям мы потеряли 0,7 где-то. Не более того. Ну, в общем, нормально. Сейчас все будет. Давайте быстренько на выпивошили. Единственная проблема еще в том, что у нас фиксированные цены становятся при ивентах. То есть, условно, вода и лимонад все равно будет по 4, как бы мы цены не корректировали. Все, уходите. Уходите, нихера себе. Мы почти побили рекорд. Так, продано еды на 790. Найс. Так, меняем здесь. Нам нужны только основные блюда. И начинаем ивентовый день. Добро пожаловать. Опять он грустный. Ну, мужик, ну харе. Ну, серьезно. Так, 200 мы бонуса получили. Пусть они быстренько откутят. И нам самое важное получить 20. Мы и так двоих уже нашли, да? Это за вчера успели хоботнуть. За вчера вообще 4 были. Но мы, видимо, поздно прожали, да? Опять же таки, мне кажется, чем больше мы повышаем цены на товары, в нашем случае на выпивку, тем более высшие слои общества к нам приходят. А высшие слои больше любят покушать. Вкусно. Низшие больше чисто бухают задешево. Правильно же понимаю? Поэтому, скорее всего, это будет очень масштабное развитие. Так, Хельга, ты у нас новопришедшая, да? По напиткам к тебе вопросов нет. А вот по скорости, ну, чуть-чуть есть. Давай исправим это положение.
Повара опять стоят такие, что мы здесь забыли? Что за праздник души, но не наш? Ничего, сейчас все будет. Что-то новое? Заверши любое исследование. На изи. Основные блюда мы сейчас подаем. Стол авантюристов пока подойдет. Дорогое удовольствие. Так, официанточки убирают. Просто если мы получим... Ну, у нас технически у нас не будет бесконечной официантки. Потому что вот у нас еще два места есть для официанток. И, соответственно, мы сможем 5 официанток получить. А это уже как бы внушительно, да? Это уже прям хорошо. Ребятки, заходите в Пипирково. Места еще есть. А, они ж не могут. Ивент. Я вас обманул, извините. Вы сюда все равно не пройдете. 1300 уже есть. Но это надо не забывать, что пополнение еще будет стоить копеечку. Так, вас я пополнял. Ну, 1100 еще осталось, кстати. В любом случае, пока что в плюсе. Так, 15 человечков. Эти сейчас уйдут, нам все равно не хватит. Нам придется надеяться на рандомных залетных ребят. Да, свидосик. Опять же, они ушли за 2 часа до закрытия. Так, а если мы еще поднимем цены? А в смысле 88? А, проходит мероприятие. Окей. Пусть оно завершается. Бадум. Херню мы заработали. Нам больше важно, что к нам редкие гости приходили. По деньгам, естественно, шляпа. Не, реально, 8. А что такое? Где мы просели? У нас что-то закончилось? Да нет. Ну, в принципе, 88 нам проще обслуживать. Ну да ладно. Так, ты апайся. Ой-ой-ой. Давайте я пока нагрузим полностью напитками. Если будут какие-то вопросы, ты говори. Так, пытаемся выходить дальше в плюс. Что бы нам сделать? Авантюристы нам дадут очень много престижа, насколько я помню, да? Особые авантюристы дадут 150. Давайте их посадим вот сюда, в самый край, где максимально неудобно обслуживать людей. Авантюристов закинули 94 человека. Сами авантюристы, естественно, сегодня не придут. Но мы забросили удочку. Да, слушайте, мы начали поднимать побольше бабла. Сколько вино? Сколько? Вино по девятке мы продаем. Но это же сказка. Это же просто сказка. Сколько? 8 человек еще. Мне кажется, на второе мероприятие придется запускать. Так, стол авантюристов есть, получили картину. Только не говори, что ее покупать надо. Особая картина бесплатно, супер. Она плюс 200 дает. Вообще найс. 100 человек опять, супер. Мы по чуть-чуть выравниваемся в нужном направлении, мне кажется. 7, так, хорошо. Заказик пошел, заказик принят. Что? А почему он поставил хлеба, бабки не получил? Сейчас там грыль. Кура грыль. Кстати, а мне не засчитал, да? Ага. Короче, оно не засчитывает однообразные блюда на ивентах. Понял. Так, брательник, держи левел ап. Еще быстрее будь. 0,67 секунд. Ты будешь молниеносен. Ты будешь, мать его, шустрым. Так, косарь 100 опять на руках. Сколько там уже? 10 часов вечера. Нормально идем. Сейчас, если еще блюдо успеет продать. Если еще блюдо продадут, то будет вообще песня. Все, зачистили. Здесь у нас что? Блюдо целый день мы продавали. Так, это ли не самый профитный месяц? Это самый профитный, ой, месяц, день. Это восхитительно. Так, это мы не трогаем. Левелапаем блюдо, здесь вас... А, вот почему у нас уменьшилось количество людей, я же блюдо отключил. Так, что-то нам еще надо было.
быстренько по заданиям глянем. Любое исследование. 2 звезды. Можем запускать. Можем запускать. Так, организовать любое мероприятие. Купить 15 столов. Во, одного стола не хватает для зачета. Стоп, а что у нас по свету? Ну, мы можем сюда, кстати, столик поставить. Мне как бы не жалко. Все, зачтено, зачтено. 200 монеток чик-чинь. Так, заходите, ребятушки, заходите. Стоп, у нас авантюристы пришли. Так, авантюристы, что вы себя представляете? Мы направляем авантюристов на приключения. Они нам приносят сыры, клубнику и так далее, да? Так, здесь сложность 40. То есть мы можем направить 4. Даже 3, и они должны справиться. Здесь сложность 50. У вас есть шанс справиться. А, мы за деньги их отправляем. Так, это уже вопросик. Встали и ушли. Понял. Вопросов нет. Есть ли смысл нам планировать? Сейчас у нас за прошлый день сколько было? 2 человека всего лишь редких было за прошлый день. Да. Ну ладно, давайте запустим. Мы переждем одно мероприятие, но зато мы получим еще 2 официантки. А это в перспективе роста очень важно. Очень-очень важно. Так, эти ребята справляются, давайте еще класс пополним. Так, замечательно. Из того, что у нас есть. Где у нас особое? Особое мы поставили пока что все, что нам предложили. Так, по кухне. То же самое. Поставили все. Ковры нам дают 30. Освещение у нас, ну, такое. Лестница. То есть здесь есть несколько уровней, да? Хорошо. Ковры, декорации. Декорации у нас есть еще плюс сотка. Плюс 5 человек. Но пока рыцарь мне нравится больше всего, но он собака дорогущий. Ну давайте еще рыцарей сюда поставим. Так и быть. Нам нужен максимум по привлечению людей. С нынешними ценами в целом на алкашку. Мы очень заинтересованы в количестве людей. Кому эту алкашку втюхать? И сейчас я еще хочу увидеть, сколько мы напитков продаем за день, чтобы понять, есть смысл официанткам качать чаевые или нет. Мне кажется, что смысла там немного. Совсем чуть-чуть. Какой-то борщик? Что это у нас за блюдо такое? А, это тарелка курицы. Я думал, это борщик. Но не судьба. Нормально, слушайте, по баблу мне вообще нравится. Мне прям очень нравится. 6 человек. Муки. Муки и страдания. Давайте, выжимайте из них максимум. Кто левелапнулся? Поваренок. Бляха, ну получается, ты еще и супы будешь делать тогда. Ну, раз ты по десертам профессионал, ты уже электровеник, то остается только одно. Остается только одно. Левелап жареной рыбки. У нас вишневый торт скоро 2 уровень получит. И мы закроем еще одно задание. Будет песня. Так, в итоге мы еще в большем плюсе. Опять бьем рекорды. Ну, мы и потратили кучу всего. И на приключенцев... И на покупочки, и зарплату у нас конские, кстати. Получается. Кинулись, у нас остается косарь. Давайте. О-о-о-о-о. Что, простите? Уйди из Пипиркова. Поц, мразь, сволочь. А ну-ка. Нет. Он бочку с вином спер. Ты что, вор-алкаш? Вот же скотина, а. Верни на базу. Кажется, ворку только что украл одну из твоих бочек. Не забудь нанять охранников, чтобы это не потерял. Охранник. Давайте. Так, охрана. Охрана, кинжал, меч. Меч, но без шлема. Давай меч. Меч, наверное, страшнее смотрится, чем кинжал. Вортон, добро пожаловать. Так, ребяточки, заходите. Авантюристы, что пришли?
Остался один день до выполнения. Не, вы пока тусите, ребят. Хотя я могу вас повторно отправить. 3 соточка на клубнику двоих. Удачи. Так, 200 мы получили. Это все добро разносим. Нам надо еще вернуть бочку, как бы. Немножечко не помешало бы. Просто на ровном месте затраты в виде 700. Ну, что я могу сказать? Це боль, це страдание. Самое дебильное, что нам придется сейчас не в красных идти, а опять в белых. Причем лучше, наверное, сюда даже. Что у нас здесь, что? Разделочный стол добавит нам, наверное, еще несколько рецептов. Плюс один бар. Предметы для супа. Давайте вот так. Раз, два, три. Нам нужно сначала увеличить разнообразие, а потом уже все остальное. Так, ребятки, попили свою воду с лимонадом. И пошли отсюда нахер. Нам срочно нужны официантки. Тогда мы сможем хотя бы задуматься над тем, чтобы... Ну, кстати, что по сидушкам. Ну, до сих пор не все места умудряются занять. Это даже хороший знак, наверное. Нам пока не надо задумываться о столах. Так, новую бочку взяли. Мероприятие организовали. Рецепт сыра... О! Рецепт сыра нам даст возможность запускать второе мероприятие. При наличии сыра, естественно. А сыр у нас числится как раз как... Да-да-да. Как тот самый ресурс, который только через авантюриста можем получать. Кто левелапнул? О! Официанточки. Так, что у нас есть? 5 за каждое поданное блюдо. Скорость 2.3, не-не, это вообще никуда не годится. Я не вижу у тебя перспективы развития. Плюс 7 посетителей, плюс блюдо. Ну, 7 посетителей уже не так решают, на самом деле. А вот за каждое поданное блюдо ты быстрее ее. У тебя больше чаевых. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ты носишь 5 напитков. Давайте возьмем Лану. Но у Ланы напитки уборку уберем. Ее цель еда. Раз она 5 за блюдо получает. Пока ставим 4. Да, если что-то пригодится, закинем потом. Так, берем начать разделочный стол. Увеличим все-таки наш ассортимент немножечко. Да, что-то с этих ребят мы денег вообще не получили почти. Грусть, печаль. Так, следование завершили, рецепт получили. Супер. То есть теперь, когда к нам приедет сыр, следующий ивент мы сможем запустить уже покруче, похлеще. Так сказать. Сейчас будут очень смешные итоги дня. Итоги дня, минус 570. Нормально. Я так и планировал. Так, пополняем здесь. Здесь ничего не тратили. Супер. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.